Друзья, приветствую всех на канале Артем Онов Лайв. Сегодня снимаю свое очередное видео, в котором хочу подробно рассказать, как можно перевести деньги из Европы, из Германии в Россию. Потому что этот вопрос задавался неоднократно мне теми людьми, которые здесь проживают в качестве поздних переселенцев, в качестве поволжских немцев, у которых родственники остались в России. Вся информация, которая сейчас предоставится вам в этом видео, она действительно на данный момент, потому что ежедневно меняется все. И на данный момент этим способом воспользоваться можно, и можно перевести деньги своим родственникам из Европы, а точнее из Германии, в Россию. Итак, как вам известно, Россия сейчас заблокировано всеми европейскими странами, введено множество санкций, отключены системы SWIFT и тому подобное. У многих банков, многие банки заблокированы, которые принадлежат России, и поэтому очень тяжело перевести деньги отсюда, из Германии, в частности, своим родственникам. Что можно сделать в этом случае? На данный момент есть один точный, стопроцентный, проверенный метод перевода денег, который точно работает и которым можно воспользоваться. Это перевести деньги со своей карты на аккаунт криптовалюты, то есть нужно иметь криптокошелек. Со своей карты перевести на криптокошелек и потом в качестве криптовалюты перевести деньги в Россию. И там уже тот человек, который имеет тоже аккаунт криптовалюты, криптокошелек, может эти деньги снять и ими воспользоваться. То есть это на данный момент один единственный способ, вот на данный момент. На сегодня у нас, сегодня, давайте я скажу дату, сегодня 16 июня 2022 год. Это один единственный способ, который можно сделать. Там снимается, естественно, комиссия, в зависимости от того, каким вы кошельком, криптокошельком пользуетесь, на какой криптокошелек переводите, разные комиссии. Так что можно это сделать все-таки. Кто-то говорил, что нельзя сделать. Нет, можно. Такая сегодня у меня для вас была информация. На этом видео буду свое заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи моих новых видео. Не забываем подписываться на канал Артем Онов Лайв, ставить лайки. И после того, когда подпишитесь, нажимайте на колокольчик для того, чтобы самым первым узнавать о всех тех видео, которые выходят на моем YouTube-канале. Я желаю всего доброго, всего хорошего и всем без байт. Чус!